Шла была девочка по имени Золушка. Была она умницей, красавицей, закончила школу в золотой медали. И в ее жизни должен был начаться новый этап, полный интересных открытий и приключений. Но, как известно, в жизни не все так гладко. Наша Золушка попала в тесткие руки двое мальчиков и девочек. Что это стало?